6 октября состоялось внеочередное заседание Совета депутатов Ленинского района Московской области. Повесткой дня заседания стало внесение изменений в решение Совета депутатов о бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016. Указанным проектом решения доходы бюджета Ленинского муниципального района увеличиваются на сумму 100 миллионов 802,8 тысяч рублей. Расходы бюджета увеличиваются на сумму 101 миллион 638,3 тысяч рублей. На заседании обсуждался вопрос о принятии новых и увеличении текущих расходов обязательств внутри бюджета. Также было внесено предложение о приглашении на бюджетные комиссии представителей профильных организаций для работы над формированием бюджетных расходов. Решение Совета депутатов было принято единогласно.